происходит осмотр людей, прежде чем они зайдут в метро. Вот это выглядит вот так. Скот идет. Там досматривают людей. С собаками, с автоматами, с оружием. Такая картинка сейчас в Брюсселе. Позади меня вход в метро Брюсселя. Здесь обыскивают людей. I'm a reporter. I'm a journalist. My business card. Just a second. You can see that людей здесь обыскивают, спрашивают документы, потому что это очень опасно. И войти в метро — это достаточно серьезная процедура. Сейчас мне полицейские обыщут.